сорт томата «Сладкий Ли». Это вот такие вот красивые розового цвета томаты. На кусту они бывают разной формы, более сердцевидный и вот наподобие как сливка вытянутая. Это среднеспелый сорт томата, высота куста достигает до 1,60 м, и вес плодов может достигать до 200 грамм. Селекционер этого сорта Ли Гудвин. Сорт очень урожайный, плоды мясистые. Лист у этого сорта картофельный. Формировать этот сорт лучше в 2-3 стебля, тогда получается более высокий урожай. Вот такой красивейший этот сорт в разрезе, многокамерный, насыщенно розового цвета мякоть, и мясистый, и сочный, сладкий, вообще великолепный сорт. Его рекомендуют выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. Его можно использовать в свежем виде и для приготовления различных блюд. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.